Короче говоря, мой первый чемпионат мира по футболу. Вот и наступило лето. Это лето четвертое в моей жизни. Как и четвертое лето этого костюма. Интересно, кому-то еще родители покупали вещи на вырост? Если да, ставьте видео лайк. Посмотрим, сколько нас. Так вот, этим летом все разговоры вокруг только о чемпионате мира по футболу. А у меня одни вопросы в голове. Что такое чемпионат? Что такое мира? И зачем его устраивать по футболу? Когда я с этими вопросами пришел к маме, она сказала, что в футболе есть только один чемпион. И это Криштиано Роналдо. И ушла в свои мечты о нем. Очень вовремя пришел Чебурек и все мне объяснил. Ну, значит, слушай, чемпионат мира – это когда сборные команды разных стран соревнуются между собой, кто круче играет в футбол, и за это получает кубок. Вот бы сделали чемпионат мира по просмотру мультиков. Я бы там точно все кубки отвоевал. Да, мультики – это детский лепет. Вот футбол – это мужское занятие. Все настоящие мужики обязательно смотрят футбол. Мне тоже очень захотелось стать настоящим мужиком. И я решил смотреть футбол. Чебурек, ты мужик и девчонка? Чебурек аж приобиделся от моего вопроса. Мужик, конечно. Я хотел в наше общество мужиков пригласить еще и папу. Но оказалось, он ушел смотреть футбол с друзьями. Ну и пусть себе идет. Он еще пожалеет, что не попал на нашу серьезную футбольную тусу. Оказалось, что сегодня играют сборные России и Египта. И начало через 5 минут. К такому событию нужно серьезно подготовиться. Я быстренько сбегал в магазин, купил большую пачку чипсов и пепси, примерил себе усы. Открыл пачку, пересыпал чипсы, открыл пепси. Идеально. Идеально. Правда, это все не мне, конечно, это Чебуреку. Я еще мелкий для этой химии, а он пускай травится. А себе я взял сок и кедровые орешки. Тоже неплохо. Начал усаживаться поудобнее. Слишком жестко. Слишком мягко. О, идеально. Идеально. Так, нужно закрыть шторы. Одеть носки. Выключить звук на телефоне. Взять пледик. Принести футбольный мяч. Ну, вроде все готово. Можно включать. Со счетом 3-1 Россия попадает в плей-офф. Сборной Египта не помогает даже легендарный Салах. Короче говоря, мой первый чемпионат мира по футболу. Дай-ди-яу! Пойди, прощу, прощу. Аханай!